Лучших по профессии среди работников ЖКХ выбирали в Королеве. На московский областной смотр-конкурс съехались 143 сильнейших сотрудника из 24 муниципалитетов. Люберцы представили 8 участников из ЛГЖТ, водоканала и теплосети. Участникам предстояло показать свои теоретические знания и то, как применять их на деле. Стук молотка и шум перфоратора здесь никого не раздражают. Это больше, чем ремонт. На конкурсе «Лучший по профессии» сотрудники сферы ЖКХ показывают свое мастерство на региональном уровне. Слесарям-монтажникам предстояло за 20 минут с нуля разобраться со схемой и установить батарею. Дворникам – проверка на выносливость, скоростная уборка улицы. Работа кипела и у слесарей водоснабжения. Специалисты на скорость выполнили ежедневную для них задачу. Разобрали и собрали водозапорную задвижку. Сотрудник Люберецкого водоканала Дмитрий на конкурсе во второй раз. Парень прошел большой путь от самообучения до областного конкурса. И теперь его не останавливают никакие преграды. Главное, победа это, конечно, но участие тоже важно. Свое развитие, и проверить себя. Собственно, готовность. Если, в принципе, нашей профессии не будет, накроется все сразу, получается. Ну, сломается запорная арматура, то есть прекратится водоснабжение на каком-то участке города. И приведет это, конечно, к хаосу. Улучшить свои навыки и повысить престиж профессии жилищно-коммунальной сферы. Это и есть глобальная цель смотр-конкурса. Одновременно на 9 площадках лучшие в своих муниципалитетах специалисты показали свои знания и силы в теории и на деле. Маляру с почти 30-летним стажем Наталье досталось задание совсем не повседневное. Своими руками она реализует программу по ремонту подъездов, а на конкурсном испытании пришлось выполнить фреску на скорость. Вообще-то да, нетипичная. Немножко сталкивались, но не настолько. Чтобы панно перенести на лист, чтобы размеры соответствовали, ну и цвета. Неправильно начала отсчет. Вот оттуда пошла немножко сложность. У нас немножко технология, какая сейчас, и подъезды, ну немножко совсем две разные стороны медали. Чтобы немножко подучиться. Несмотря на все переживания, маляру ЛГЖТ Наталье Лукиной удалось взять приз за волю к победе. Ежегодно сотрудники Треста стоят в рядах лучших по итогам конкурса. Областной профсоюз совместно с Министерством ЖКХ определяют лучших по профессии уже 19 лет. Межрегиональный центр компетенций позволяет в полной мере проявить себя конкурсантам. Сегодня люди, работающие в ЖКХ, делают все возможное, чтобы людям, живущим на территории, независимо от какого муниципального образования или городского округа, жилось комфортно, уютно, удобно, чтобы в домах всегда была холодная и горячая вода. В жилищно-коммунальном хозяйстве работают мастера «Золотые руки». И то, что мы зачастую слышим сегодня о жилищно-коммунальном хозяйстве, является не совсем правдой или вообще неправдой. Все те, кто обслуживают регион, делают его светлым и чистым, получили заслуженные награды по 9 номинациям. Также люберчан отметили в числе лучших за экипировку команды. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.